Друзья, всем привет, с вами Алка Сенсей. И сегодня у нас будет прогулочка по райончику, где мы живем. Еще ни одного ролика я не сделал, чтобы показать вам наш тихий райончик, который называется Исани. Вот здесь вот мы живем, да, вот так наши окна друг на друга смотрят вечером и днем. Но дома новые, вот, все круто. Рум-тур как-нибудь тоже запилю отдельным роликом. А сейчас мы пойдем с вами в магазинчик, в пивной магазин, в кулинарию и еще выйдем на набережную реки Кура. Все находится очень недалеко от нас. Скажем так, в доступности 10-15 минут. Ну что, поехали. Так, вот так вот идешь-идешь по улице, ребята, и оп, а это гранаты растут прямо на улице, причем дикие. Никто их специально, по-моему, не садил. И такое здесь повсеместно. Это, кстати, кипарис. Вот это кипарис, да. И вот это. Так, шли, заколебались. Гляньте, собачки. Это в порядке вещей здесь. Собачки холеные, бездомные, но холеные. Куча мин на тротуарах. Сейчас в одну наступил. Это алка-леди. Да. А мы ждем автобус. Вот такие автобусы едут. Вот так вот можно оплатить. Так, ребята, идем сейчас в банк, к банкомату. Нужно снять немножечко налички для оплаты. Ну, бывают моменты, когда не всегда карту принимают. В Тбилиси очень часто, где можно оплатить картой, но, к сожалению, маленькие магазинчики или на рынке могут сказать: нет, давай наличку, терминал не работает. Или переводом с карты на карту. Переводы с карты на карту здесь довольно проблематичны, потому что банки не договорились, грузинские, друг с другом, и перевод может иметь достаточно внушительную комиссию. Так, дорогие мои, мы напротив кулинарии, вот вход. Сейчас зайдем и посмотрим, что здесь есть. Так, ну вот, это заморозка. Котлеты, это голубцы, долма. Долма в капусте, в виноградных листьях. Цены делите на 3 и получите цену в евро. А дальше уже сами переводите, кому как удобнее. Пельмени разных видов, хинкали. Хинкали, к сожалению, только свинина-говядина была, поэтому взяли чуть-чуть. Я обычно чисто с говядиной люблю. Вот так. Так, не получилось снаружи снять, потому что здесь ремонт идет. Ну вот, ребята, пиво какое есть. Давай, берем твой любимый. Будвайзер бери. Так, вот такое мы должны попробовать. Правда, видите, ценнички? На 3 делим, получаем цену евро. Так, у нас вот такая вот подставочка есть дома. Смотрите, какое пиво. 9,5. Ой, ничего страшного. А он наверху. Да, вот так все. Так, Гиннес экспорт. Никогда не пил такой. Спешл. Давайте возьмем. Так. Что-нибудь классического. Вот, например, Айнгер хорошая. Лагерхель. Марин, бери. Айнгер. Потом вот этот вот Каркоброй Хель берем. Так, сколько у нас получилось? Ну, наверное, хватит. Так, ребята, вот идем по улочке. И довольно живописное место. Вот храм. Здесь, кстати, их много. Грузия очень набожная страна. Никогда не думал. Увидел только, когда сюда приехал и стал жить. Вот. Вот такие вот живописные места. А вот еще красивые виды, мои дорогие. Вот так вот. Идешь-идешь по улице и горы. Так, ребята. Фу, идем на набережную реки. Небольшая одышка. В быстром темпе отмотали чуть больше километра от того места,
Не, километр этого места, где мы покупали пиво. Да, 6 минут, и мы еще ничего не выпили. Не расходитесь. Скоро выпьем. Сейчас покажу вам красивые виды. Реально, вообще офигенное место. Набережная реки, река Кура. Вот. Там парк сделан. Сейчас все увидите сами. Ребята, ну вот она красота, смотрите. Вечерний Тбилиси. Начинается уже у нас закат потихонечку. Вот там парк дальше. Это Алкаледи. Вот. Парк. В парк мы сейчас не пойдем, потому что у нас хинкали, которые мы купили, могут растаять. Так, друзья мои, хорошего пива купили. Айнгер, господа. Цены вы видели? Чуть раньше. Отмотайте, кто не обратил внимания. Давайте позовем Алкаледи. Глоточек пива. В кадр не хочет заходить. Ничего страшного. Вот здесь мы традиционно по субботам в прошлом году каждый раз делали опохмел-пати. Кто не узнал. Кто узнал, респект. Но, мои дорогие, так как у нас несанкционированно начали таять хинкали и болгарский перчик фаршированный, который мы купили, нам срочно нужно сваливать домой. И дома мы допьем с вами и пиво, и может еще чего-нибудь треснем, обещаю. Придем и накатим. Еще нужно зайти в один магазин, в Carrefour, купить бутылку питьевой воды 6-литровую и литр Абсолюта, который по акции 10 евро всего лишь. Алкаледи высмотрела. Приложение. Скидка на Абсолют, литр 10 евро. Ну все, друзья, скоро увидимся. Фух, наш вояж завершился. Несколько сумбурно. Я рассчитывал на более долгий, так сказать, экскурс по улицам, где мы живем. Но первым блинкомом, так сказать. А водку я взять успел. Сил у меня на водку хватило. Давайте наливаем, мои дорогие, Абсолюта. Наливаем Будвайзер. Наливаем Будвайзер. Фух. Ну что, со своего любимого балкончика за возвращение. Напишите, пожалуйста, как вам такой формат. Вот. Нужно ли делать такие же ролики с других улиц Тбилиси? Мы знаем уже очень много местечек. Не в центре, где многие из вас привыкли нас видеть. Нет, есть очень много прикольных мест не только в центре. И тоже там ресторанчики, барчики, улочки прикольные, живописные, интересные магазинчики. Я думаю, даже сниму пару роликов, пару-тройку роликов точно сделаю. Ну а я с вами прощаюсь, крепко жму руку, надеюсь, до новых роликов. Ваш Алка-сенсей.